Всем привет! Сегодня я и моя маленькая помощница приготовили для вас очередную распаковку. В этот раз у нас вот такая вот серия Мстители от Свитбокса. И вот такие вот сквиши. Ой, вот сквиши мягкие. Непонятно, что там и вообще. Там блестки внутри. В коллекции именно. Всего сколько штук? 12. Но мы взяли 3 на пробу, чтобы посмотреть, понравится ли нам или нет, хотим ли мы их собирать. Ну что, давай вначале начнем, наверное, с свитбоксов с мстителями. Давай, я одну открываю, ты вторую. Ну, чтобы побыстрее. Так, давайте посмотрим. Внутри идет вот такой вот пакетик. Такой вот пакетик. На нем написано Marvel. И мы открываем дальше. О, мне капитан какой-то. Ну, давай, капитан подожди. Америка мне попалась. Я, кстати, не знаю, сколько всего там игрушек. Не написано на упаковке. Я капитан мне Америка. Давай, подожди, я сейчас вначале расскажу про свой, я хорошо? Буду. Мне попался Тор. Вот так вот он выглядит. Пытаюсь поближе. Его молот слегка мешает показать. Слушайте, игрушка на подставке... Лицо оставляет желать лучшего. Так себе. Так, давай я тебе помогу, а ты вторую открываешь. Давай, покажем тогда всем. Здесь, к сожалению, нет вкладышей. Поэтому сколько игрушек, точно мы не знаем. Если вы вдруг знаете, рассказывайте нам. Давай, пока я показываю Капитан Америка, ты открывай следующий свитбокс. Посмотрим, кто нам пойдется. Вот Капитан Америка. Маленький. Хорошо. Лицо, кстати, у него лучше, чем у Тора прорисовано. Тоже идет на подставке. Ой, я что-то не поняла, почему у меня? Так, вот здесь вот такой почему-то пакетик. Ну-ка, давай открываем. Странно, пакетики разные, а у меня тоже другой пакетик. Смотрите, он какой классный. Они вот все только приклеены. Смотри, а у меня с Человеком-пауком. Интересно, там внутри Человек-паук? Наверное. Или его... А, у тебя, может, потому что такой. Слушайте, я не знаю, кто это из персонажей. Вот еще подставку. Мне кажется, это что-то связано с космосом он был. Нет? Не знаю, кто это. В общем, пишите. Мы плохо разбираемся в Марвелах. У него подставка. Слушайте, вот по идее оно здесь крепится, но у меня оно не крепится. Ладно. Потом попробуем прикрепить. Пусть у нас полежит. А сейчас у нас 4-й идет. Который здесь с Человеком-паук? Там Человек-паук? Нет, здесь разные виды пауков. Здесь и злые, и хорошие. Слушайте, я поняла. Я видела коллекцию свитбоксов. Там были и пауки, их там 4 штуки, и Мстители 4 штуки. Видимо, они здесь перемешали, но почему-то на упаковке. Ну, то есть, как бы, когда ты берешь упаковку, ты не знаешь, что тебе должны попасться Человек-паук. А, Веном, да, его зовут, нет? Ага, Веном. Веном, все. Только потом он стал больше как-то. Все 4, и теперь у нас вот такие сквиши. Давай, ты открывай. Вен. Хорошо. Я открываю одну. Или пытаюсь открыть. О! Ух ты, давай покажем. Единорожек. Смотрите, вот таких вот сквишах вас ждет вот такой вот. Ой, слушайте, он липкий просто до ужаса. Он очень прилипает к рукам, и они остаются отпечатки. В общем, там внутри вот такой вот шарики. Не надо рвать, мам. А, он не оторвется, это он же специальный сквиш. В общем, вот такой вот прозрачный единорог, он безумно липкий. Просто безумно липкий. Во втором пакетике... Ой-ой-ой, здесь вода. Во втором пакетике... Здесь вода, здесь вода. И в третьем нам попались вода, вот такие вот. Котики, они вот, ну, вы видите по рукам, я не знаю, то ли они порвались, по-моему, да, вот я чувствую, вот здесь вот порвалось, вот этот, видимо, тоже где-то порвался, но я не вижу, а вот тоже, видимо, порвался, и вот это все, ну, у вас на руках, то есть будьте готовы, вот здесь вот такие вот розовые, ну, своеобразно, в общем, честно говоря. Котики, я не знаю, разные они или это просто разная рисовка. Ну, в общем, они все... А, вот, смотрите, да, они порвались, что вот даже я эти могу. Да, своеобразно. В общем, будьте осторожны. Вот такие 2 котика. Может, не перелять? Ну что, вот что мы получили. 4, вернее, 3 Мстителя. Одного Человека-паука в черном. 3 странных сквиша, 2 из них, которые протекли, воняют, кстати, химией, так что будьте осторожны, когда открываете.
Ну что, пишите, кто вам понравился больше всего. Подписывайтесь на наш канал, Telegram. А мы вас ждем в новых видео. Всем пока-пока!